Без преувеличения, торжественное появление. Под гул сирены, мерцание проблесковых маячков. Сразу два новых реанимобиля госпиталя на колесах заступили на службу в автопарк Ульяновской областной клинической больницы. Лимонное авто класса С предназначено для оказания экстренной помощи тяжелым пациентам, в том числе после дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев. Комплектация такой машины позволяет проводить интенсивную терапию самого высокого уровня сложности, за исключением оперативного вмешательства. Укомплектован автомобиль аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, отсасыватель, дозиметр, сумка для экстренной помощи пациента, несколько видов носилок у нас есть. Экстренная подача кислорода, так сказать, имеется, вот баллоны с кислородом. Это, по сути дела, представляет собой реанимационный зал, так сказать, в миниатюре для оказания помощи больному, находящимся в тяжелом состоянии. Специальные противопролежневые матрасы обеспечивают свободу передвижения пациентам на любые расстояния, вне зависимости от времени. От 800 выездов на 10 тысяч километров в Екатеринбург, Волгоград, Санкт-Петербург, Москву и Пензу совершают ульяновские реанимобили только за один год. Бензин и баллоны с кислородом – все, что нужно для того, чтобы обеспечить полностью автономный режим работы мобильного госпиталя. В рамках национального проекта здравоохранения в этом году высокотехнологическим медицинским оборудованием пополнятся и кабинеты областной больницы. Это уникальный магнитно-резонансный томограф мощностью 3 Тесла, единственный в нашем регионе, и ангиографический комплекс, имеющий возможности диагностики заболеваний сосудов, сердца, головного мозга и конечностей. Также в 2020 году в Ульяновскую областную клиническую больницу трудоустроено 135 молодых специалистов. Это врачи и медицинские сестры. Всего в 2020 году на покупку нового оборудования для сосудистого центра выделено порядка 149 миллионов рублей. На сегодняшний день пациентов уже обслуживает высокотехнологичный компьютерный томограф, а также современные аппараты УЗИ и ИВЛ. Яна Федорищева, Артем Куранов. Новости Улправда ТВ.